Я хочу, чтобы все получилось, но карандаши не слушаются. Но они просто чудесные и оригинальные. Не попробовав, не научишься. Кисточки, холсты, палитра. Я научусь рисовать. Ух ты! Ты так быстро рисуешь! А теперь ты нарисуй что-нибудь. Первое, что придет в голову. А теперь еще что-нибудь. Ой, спасибо! Ты заговорил! Он разговаривает! Конечно! У меня же есть рот! Нарисуй мне ручки, тоже хочу рисовать! Да! Ух, другое дело! Присоединяйтесь! Тут здорово! Да! Кучин! А! Чего ты ждешь? Я нарисовала! Зацени мои ножки! Как же классно вот так рисовать! И я! Рисовать не так уж и сложно, правда? Да! Кин! А теперь что мне делать? Тоже, что и он! Веселись! Рисовать вот так? Все равно, что играть! Да! Но подождите меня! Не думай, просто рисуй! Ты можешь рисовать еще больше. Смотри. Кукин! Быть художником классно. Thank you.
И я многое поняла. В конце концов, важно лишь то, чтобы было весело. И что лучше всего, что теперь я знаю, кем я хочу стать? Художником! Пропустите рыцаря Тенны! Самого быстрого из всех! Ой! Но это танец принцесс, а ты не принцесса. Принцесса, принцесса цветов. А, ну ладно. Мне! Я с ним играю. Для мальчиков! И для девочек тоже. И для принцесс. Смотри. Оу! Это все ветер! Рыцари! Принцессы! Для рыцарей! Для принцесс! Сломался. Сюда, сумку-панду. Мишень, табло, кубок. Устроим соревнование, и мы вам покажем, что луки и для принцесс. Рыцари, принцессы, готовьтесь к первому состязанию и прицельтесь как следует. Сойдет. Еще много. И мы победим в каждом. Это мы посмотрим. Да, посмотрим. Супер. А теперь второе состязание. Быть принцессой классно. Oh.
одержали победу! И я провозглашаю вас рыцарями! Да, ура! Да! Принцессы, принцессы, принцессы! Какой классный турнир! Да! А лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать! Рыцарем! Или еще лучше, принцессой-рыцарем! Пойдешь плавать? Бассейн – это здорово. Оставайся, пока не поправишься. Вы будете веселиться без меня? Все самое интересное происходит снаружи. Кали, балет. В доме тоже много интересного. У нас будет день магии. Пшу! Но пока тебе нужно вернуться в постель. Пора играть. Скорее, в сумку-панду. Книга, волшебная палочка, очки. Сколько пыли. Волшебной пыли. Я великий волшебник Клео, а ты будешь моим помощником, Кукин. Какой фокус сделать первым? Этот. Я сделаю тебя розовым. Хорошо, тогда превращу тебя в жабу. Тебе ничего не нравится? Мы сделаем вот что. Смотри, учись. Сколько пальцев ты видишь? Смотри внимательно. Ты уверен? С первого раза! Видишь, я великий фокусник! Даже книга так считает! Ха-ха! Палочка моя! Привет! Кайли? Вы уже показываете фокусы! Мы еще не поставили сцену! Но скоро все будет. Магия. Не торопите. Это ты сделал? Шоу начинается! Дамы и господа, приготовьтесь восхищаться волшебными фокусами. Для начала я заставлю помощника Кукина исчезнуть. Здесь ничего нет, и здесь ничего нет. Та-да! Та-да! Что? Я сказала исчезнуть? Вообще-то я собиралась раздвоить его. Раз, два, три, четыре. А-а-а!
Мне кажется, тебе нужно коснуться палочкой настоящего. Та-да! Отдай это мне! Это я, фокусник! Волшебство. Ух ты! Еще! Готов показать еще? Тогда продолжаем. И самое классное то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Фокусником! Ты нам не даешь кататься просто потому, что сам не умеешь. Скорее, сумку-панду! Коньки, перчатки, шлем! Мы научим тебя кататься! Опаньки! Ничего, будет весело, ты увидишь! Я! Ah!
еще немножко. Коньки – это классно! Фигуристы в саду. И теперь мы сможем кататься спокойно. Придется и Томата тоже научить кататься. Зато был отличный день. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Фигуристом. Да когда уже начнется? Не терпится увидеть метеоритный дождь. Это дождь не из воды, а из звезд, которые летят по небу. А, они ищут еды, как птички зимой. Нет, это кусочки светящегося неба. А главное, они помогают желаниям сбыться. Желаниям? Похоже, что она может помочь желанию сбыться. Это светлячок, светящийся жук. Вон! Ух ты! Кто поймает звезду, загадывает желание. Это я. Нет, я. Звезда. Моя. Хочу стать мультипликатором. Это значит да? Ура! Звезда. Моя. Хочу быть актрисой. И сиять, как ты. Я стану актрисой. Я стану актрисой. Моя. Хочу стать лучшим барабанщиком в мире. Я забрала твою звезду, но ты найдешь еще. Их ведь так много. Звезда. Капитан, вы готовы? Взгляни, сколько звезд! Далеко! Мы можем подлететь поближе. Что там в инструкции? Эту кнопку или... Смотри, как близко теперь звезды!
Но прежде чем нажимать, нужно прочитать Кукин! Хотя так намного интереснее. Пузырик. Посмотрим, кто выпьет больше. Маленький шаг для тебя, но огромный шаг для нашей семьи. О, ходить в космосе непросто. Попробуем вместе. Ух! Уи! А теперь поищем тебе звезду. Звезда! Звезда! Там звезда. Мне кажется, там ничего нет. Ничего, у тебя еще есть шанс. Быть космонавтом классно. Как классно! Привет! Это было классно! Кукин, смотри! Звезда! Скорее, загадывай желание! Играть! И это твое желание – поиграть? Тогда подуй на звездочку, и желание сбудется! Играть? Что ж, все мечты сбываются! И теперь я знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Космонавтом. А где Кайли? Добрых снов, Клео! Добрых снов, Пинг-Пон! Добрых снов, Рамона! Добрых снов, Осьминожка! Шш! И спокойной ночи мне! Во что поиграем сегодня? Я хочу еще поспать. Мне не давало уснуть
Страшное чудовище. Чудовище? У нас? Угу. И теперь я боюсь уснуть. Чудовище. Так, на что похоже чудовище? На змею. Вот с таким вот ртом. А, и с рогами. Как страшно. Чудовище, теперь мы будем пугать тебя. Нам нужна коробка с нитками. Я зайду, я старше всех. Ладно, пойдемте вместе со мной. Очень боюсь темноты. Никогда не знаешь, что там. Если ты не знаешь, ты чего боишься? Мы его очень сильно напугаем. Я напугаю его блестками и... Эй! Отстань от меня! Не бегай за мной! Чудовище не знает, с кем связалась. Сделать отпугивающую чудовищ пижаму классно! Чудовище, пугайся! А, чудовище! Оно здесь! Прием! Прием! Это я, Клео! Смотри, вот твое чудовище! Фух, спасены! Наконец-то мы сможем выспаться. Да, Кайли? Кажется, кое-кто больше не боится. И теперь я знаю, кем я хочу стать. Модельером. Четыре, пять, шесть. Не смотри, так нечестно. Одиннадцать.
19, 20. Я иду искать. Где же вы? Вы здесь? Попался! Я победила, победила! Нет. Да ладно, ты можешь победить. Еще раз. 19, 20. Я иду искать. Я иду искать. Нет, хватит. Не сердись, ты проигрывал не так часто. Ладно, ты проигрывал все разы. Мы не можем так играть. Нужно остановить икоту. Знаю, как делает бабушка. Чтобы перестать икать, она задерживает дыхание. Это должно сработать. Лизни лимон. Попей воды вверх ногами. Нет! Кот, это плохо. Но не переживай, мы избавимся от нее. Пора играть. Скорее, сумку-панду. Когти, клыки, страшные голоса. Мягкий. Мягкий? Нет, я страшный. Мягкий. Ты должен испугаться, чтобы перестать икать. Пугайся! Бу! Мы так никого никогда не напугаем. Ты скоро избавишься от нее, потому что мы тебя так напугаем. Я знаю, что не так. Нужно быть актерами. Готово. Раз, два и... Кажется, мы так и не поняли, что значит напугать. Этим и занимаются актеры. Репетируй, пока не станешь страшным. Кле-о... Страшный монстр. Но ты все еще икаешь. Не переживай, мы избавимся от икоты. Быть монстром классно. Yeah!
весело быть монстром. Хотя мы до сих пор не избавились от твоей икоты. Минуточку. Получается, это Рамона икала? Все это время это была она? Рамона! Ты нас здорово провел. И мы, наконец, избавили тебя от икоты. Она перешла к тебе. Нет, чудовище. Чудовище может решить любую проблему. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу быть. Монстром!